Так, сейчас я просто проверяю срок годности. Молодцы. Сейчас, секундочку, просто я задумалась. Сейчас 18-й год увидела. Да. Вы меня снимаете? Да. Да почему? Хочется. Так, вот смотрите, я просто здесь увидела. Три года, да, срок годности. 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Не могу продать товар. Да вы что? Да, это просроченный товар, его нужно списывать. А те, которые две у меня уже в пакете, вы не продадите, да? Нет, не продам, я их удалю сейчас. Как я же не завершила покупку. Хорошо. Так. Продолжаем, да? Держите. Ну, вы проверяющий какой-то, да, или что? Нет. Так, значит. К сожалению, вот спасибо, обратила внимание. Давно не проверяли товары. Года два, да? Я здесь недавно работаю, поэтому, скажем так, просрочку не проверяю. А вы сколько здесь работаете? Я здесь работаю месяц. А, понятно. Так, разобрались. Угу. Так, теперь будем тогда все проверять. Придется, я так думаю. Да, пакет точно, срок годности не нарушен. Да, у него там 100 лет, кажется. Так, к сожалению, 17-й год. 36, 3 года тоже. Угу. Раз, 20-го года просрочен, да, получается? Да. Ужас. Убираем. Вот, видите, как. А я так хотел закупиться прям вот целой корзинкой, а? Олесь, извини, пожалуйста, мне сейчас, я сейчас немножко занята, тебе перезвоню, хорошо? Спасибо, ага. Да, вот не обратили бы внимания, продала вам просроченный товар. А потом еще возврат отказались бы делать. Почему? Не проблема. Возврат сделать вообще не проблема. Никогда не отказываемся. Не поверите, отказались. В куклах. Кто? В куклах. У нас? Наша да? сеть? Да. Да вы что? Да вообще. Странно. Не говорите. Девчонок я знаю, эти хорошо. Они нормально работают, никогда таких проблем не было. Ну вот, вчера отказали в возврате. Говорят, пиши претензию. Позвонил в главный офис, говорят, тоже пиши претензию. Да. Ну, бывает. Бывает. Так, я так подозреваю, что все просроченное. Я же не знаю, это же вы же продаете товар. Как вы можете продавать просроченный товар? Я обратила внимание, я вам пока еще ничего не продала. Я перезвоню, сейчас занята. С мая 20-го года. Сейчас январь 22-го. Спасибо вам. Ой, знаете, далеко не убирайте, я просто хотел бы, чтобы вы их скрыли тогда. В смысле, вскрыть, посмотреть? Прямо? Нет, просто порвать по упаковке, чтобы она больше не попала на полку. Да просто у нас серьезно, с этим строго, я все это... Порвете, беру. Да? Я не порву, просто отнесу на склад, потому что просто у вас товар. Есть вот такая продукция, да? На которую вот это вот... А, другую там дайте. Ну, вот, сейчас посмотрим, какую? Где она здесь. Какую? Вот там, покажите, которую вы убрали. Там есть такая, а вот, например, вот есть вот такая продукция, вот с такой вот ляпочкой. Угу. Скажите, это ляпочка производителя? Ляпочка производителя, наверное. Наверное. Вы хотите, чтобы я свою версию сказала или что? Давайте. Я предполагаю, что это версия, это моя версия, что это производитель ляпки. Вот, просто у вас на какой-то продукции этой ляпочки отсутствует. У меня есть большие сомнения, что вы просто возьмете эту ляпочку, переклеите. Поэтому я прошу вас вот эту продукцию вскрыть при мне. Конечно. Пожалуйста, не проблема. Ну, могли бы ножничками вот просто вот так вот упаковку порвать. Чтобы у меня был не товарный вид. Я не прошу вас ломать вот это все. Конечно же, позвоните Наталье в главный офис. Потому что я, честно говоря, просто не знаю, насколько я правомочная. Скрывать просроченный товар? Ну да, мне пока об этом, как говорится, мы его собираем и списываем. Ну, вы же потом его соберете и спишете, чего вам мешает. Да. Я просто переживаю, что он повторно попадет на полки с измененными сроками годности. Да. Ну, я повторю еще раз. Это не такой товар, скажем так. По 85 рублей? Не такой товар? Ну, да. Это такой товар, за который стоил, скажем так, вот здесь вот, смотрите, нет маркировки. Угу. Что мешает вам ее переклеить? Да, ну, хлопок. Вот они. Две продукции, да? Одинаковые. Ну, так. Ну, вероятно, я так предполагаю, что нужно товар проверить и весь убрать. Если там какие-то явные... Давайте. Ну, мне главное, чтобы вскрыли, а дальше что хотите делать. Алло, Наташ, добрый день. А вот сейчас пришел мужчина. Максим.
Максим. Покупает товар, канцтовары. Я пока еще не пробила, начала смотреть сроки годности. Весь товар, который он взял, я не продала. Я обратила внимание, что 17-й год. Вот, весь этот товар, он просроченный. Тут 2 года, 3 года сроки годности. Я его просто убираю в пакет. Максим, да? Максим меня просит на одном из товаров повредить упаковку. На всех просроченных. На всех товарах. При вас это нужно делать? Ну, желательно, чтобы я видел, да. Ну да, он не купил. То есть он обнаружил, да, и просит повредить упаковку. То есть я не имею права это делать. Не, я не слышу, про что там говорят. Потому что сомнение, что мы просто переклеим. Потому что есть без маркировки. Какие мои действия? Ну, она сказала мне, что, Наталья, что пока это не ваш товар, вы как бы не имеете права ничего с ним делать. Скажите ей, что я сейчас беру товар, который находится в реализации, вскрываю его сам, вот, и потом иду его покупать. Повреждать я могу, да, повредить товар. Да. Я не саму продукцию, только упаковку прошу. Не саму продукцию, а упаковку. Да. Угу. Хорошо. То есть я имею право повредить упаковку на тех товарах, которые вот мне сейчас Максим, я не знаю, как... Прочее надо. Хорошо. Отлично. Все. Угу. Мы вчера с Натальей общались. Ну, я не в курсе, я только первый час работаю. Ну, отлично. Поэтому... Ну, хоть бесконфликтно все это решится. Так, что вы хотите? Просто я говорю, ножничками вот так вот чиркните, чтобы был не товарный вид, и все. Прям вот так? Да, все, вот просто, да. Чик, все. На всех? Да, на всех. Не так вовремя пришли. Почему? У вас что-то там ревизия? Товар, ну, я уверяю вас, так. Это 5 минут займет. Давайте, ладно. Вы мне поможете? Ну, как хотите, сюда сложите обратно. Так, пакет я уже покупать не буду. Да, пакет вы уже покупать не будете. И, следовательно, он у нас находится в продаже, то есть я не могу им пользоваться. Не можете. Тогда... Ну, что дадите, тем попользуемся. Давайте я вот... Может, коробка есть какая-то? Коробки нету? А ну корзинку, да давайте вторую корзинку просто и все. Чикаете, кидаете, проверяете сроки и все. Не, ну то, что я все проверила, я вообще... Нет, там же еще продукция-то. Нет, хорошо. Да, которую... Все, да? Да. Так, ну-ка, подождите, а товар тогда мне нужно туда. Надо же положить товар, я потом буду думать, что это. А, ну да, попутаете еще. Да. Они же разных цветов всех. Так, не... Согласен. Согласен. Так, секундочку. Ладно, тут я знаю, что это скрыто. Вот так. Все, одна будет. Все, да. А вы из какой организации? С организации потребителей. А, понятно. Скажите, а есть закон защиты от потребителей, да? А есть закон защиты от потребителей? Потому что иногда приходят и прям хамят. Вот я считаю, что продавец самая невыщенная... А у вас вот видеозапись, как вы говорите, ведется. У вас она со звуком? Нет. Ну, к сожалению. Только доставать телефон, фиксировать их на лица, писать заявление на неустановленное лицо. Вы знаете, вот приходят разные люди. Я, в общем-то, никакой не торговец. У меня высшее образование, инженер-конструктор. Ну, так в жизни получилось, что мне приходится работать, да, продавцом. Вот, просто я хочу сказать, что приходит и вот явно провоцирует. Телефон. Достаете телефон, начинаете их снимать. А, я имею право снимать? Конечно же, а почему нет? Если вам... Вы фиксируете на видео правонарушение, по вашему мнению. Угу. Любое правонарушение вы имеете право фиксировать. А если, допустим, продавец неуважительно, покупатель неуважительно общается с продавцом. Я вам про это и говорю. Да, продавец достает телефон, фиксирует. Уже, а какой это закон? Чего закон? Какой-то закон есть? О чем? Что можно фиксировать? Нет, ну да. У нас в стране все, что не запрещено, то разрешено. Раз. Во-вторых, 29-я статья Конституции позволяет вам свободно добывать, распространять информацию, полученную законным способом. Снимать на телефон – это законно. Нормально, да? Конечно же. Здесь хотите? Что хотите? А порвать что? Ну, тоже вот так смекнули, порвали. Вот так вот. Есть вот энергия разрушения, да, вот есть что-то в этом. А, нравится вам? Понятно.
Там есть такая передача, когда расстаются люди и это самое выкидывают какие-то старые вещи, там уничтожают, сжигают там. Ну да, это такая психология. Энергия разрушения. А вы в университете психологию проходили? У вас там не было такого на курсе? Нет, у меня не было у нас. Я училась при Советском Союзе, не было у нас программы такой, что. Я бы с удовольствием считаю, что это просто не. У меня, я тоже получил высшее образование, у нас были такие курсы. Психология, один семестр. Я просто сама увлекаюсь, мне больше нравится семейная психология. То есть как-то вот я вот с этим больше не нравится. Более прикладное. Вообще нужно обязательно знать законы человека, потому что. Вот меня на данный момент удивляет, что вы не запрещаете видеосъемку, хоть что-то вначале сказали. Да? А я должна была запретить? Ваши коллеги запрещают. Вообще убирайте свои камеры. Это вам кто дал право здесь снимать? Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубаем. Дядя Вова. Вы не имеете права здесь в этом помещении снимать. Без Почему? Согласования с моим руководством. Так за что, кто? Я же не работаю на ваше руководство. Мне вообще, как бы, знаете что? Ручки продайте, пожалуйста. У меня есть свои права. На каком основании вы меня снимаете? Уберите, пожалуйста, камеру. Вы не имеете права меня снимать. Вы не имеете права вести видеофиксацию Почему? Меня без моего разрешения. Разрешите, пожалуйста. Не разрешаю. Блин, а так хотелось. Не разрешаю, пожалуйста. Удаляйте ваше видео. А еще и удалить? Я не разрешаю вам снимать меня. Это же интеллектуальная собственность. Как я могу это удалить-то теперь? Прям ужасно запрещают. Правда? Говорят, что у них сейчас личное. Они на работе находятся на личном. Так, здесь что рвем? Я тоже, вот, просто чик-то все. Я сама по себе человек такой неконфликтный, поэтому замечательно. Я не люблю, когда какие-то вот такие вещи. Вот об меня, обо мне что можете сказать? Я конфликтный человек? Мне кажется, очень приятный человек. Я вот при такой, это где корзиночка, где что, как бы я сейчас просто занималась мягкими игрушками и вас как бы наблюдала, так скажем так, ну так, видела, что вы делаете в зале. Вот поэтому как бы и... Может, это ваше право? Я просто не знала, что так можно. Что можно? Ну, найти товар, допустим, и сказать, что, пожалуйста, я переживаю, что... Я переживаю, действительно. Да. Поэтому, пожалуйста, у вас же там очень много продукции продается без упаковки, они вот просто штучно идут. Да, да. А вот как думаете, откуда они там появились? Какие? Концтовары? Да, да, там стержни от ручек. А так же, так же. У нас был раньше магазин «Веселый карандаш». Я... Здесь, на этаже. Да. И их объединили, потому что вещи у нас сейчас все съезжают. Их объединили, и, в общем-то, это не наша специализация, скажем так. У нас концтовары постольку-поскольку. Может быть, даже от них осталось, да? Да, скорее всего, я так думаю. Там, ой-ой-ой. Потому что при мне вот это не привозилось, конечно. А вот эта продукция при вас привозилась? Так, 2 года, декабрь 18 года. Нет, 2 года. 20 год. Это тоже просрочка. Давайте все ее заберем. Ну, просто кидайте туда, что скрывать. Давайте, там есть еще? Там сейчас, очень да, много еще. У вас очень много просрочки в магазине. Должно быть 7 штук. Ну, я спрашиваю, это при вас привозилось? Нет. Тоже до вас. Раз, раз два, три, четыре, пять, год, шесть, раз, семь. Ну, по крайней мере, ничего еще не продали. Я со 2 декабря работаю. Ну, это я имею в виду, вы говорите, у вас магазин объединился с карандашом. Ну, это история. Почему у нас концтовары, я же должна знать. Ну, вот я говорю, вот может так, быть с карандаша 7 еще. 7 штук. Да. Там мы закончили? Нет еще. Нет еще. При мне привозились пакеты. Вот я могу сказать вам, игрушки Буди Басса, вот эти басики. А главный офис у вас на Михеева? Да. А, да, понятно. Просрочено с февраля 20-го. Дверного месяца 2 года. Так, а вот это что такое? Это ручки гелевые Браунберг. Текс. 17-й год. 3 года. Тоже просрочено. Как? Что с этим делать? А просто кидайте. Я надеюсь, его не поставил. Так, вроде все. Увы, ах. Вот просто море такой продукции. Смотрим. Изготовлено в феврале 2017 года. Срок годности 36 месяцев. И просто ее здесь завались.
Это вот одна. Берем соседнюю. Так, ну вот это вы тоже, наверное, просрочили. А там нет сроков? Да. О чем я вам и говорю. Вот, дата производства, и там пусто. Вот они все. А идентичные я снял. Подождите, а срок годности есть 36 месяцев, а даты нет. Ну, если этот товар аналогичный, вероятный срок годности тоже аналогичный. Ну, можете давайте кинуть туда же и потом разбираться. Я его сниму, потому что нужно это выяснить. Хорошо. Может быть, где-то на тубе, может быть, где-то вот здесь он запечатан не на тубе, а вот на этой. Так вот же область-то для даты, вот она прям. Ну, да, и на других-то да. Она там и выведена. Нет, я не вижу ничего такого, чтобы могло указывать на дату. 36 месяцев от даты указаны на упаковке. Угу. Нету. Так, давайте я тогда сниму все равно все это и проверим. Ну, это, скорее всего, наследство от старого магазина, я так предполагаю. У вас теперь в офисе три, да? В Туле три бегемотика. Три магазина, да. Mm. Сеть небольшая. Ну все, я вас всех прошел. Хорошо, что я заметила. Как думаете, насколько просрочено? Это? Угу. Даже не могу представить себе, насколько. 16-й год. Январь 16-го года. 36 так, месяцев. 36 месяцев. 3 года. Просрочено на 2. Да, ну вот так вот. И у вас вот такие позиции. Да вот они, вот они, вот они. Они все просрочены. Это 16-й год, это 17-й. Смотрите, 22-й. А, ну вот, я говорю, вот здесь вот здесь вот и вот здесь вот. Так, давайте я просто вот эти вот. Я это оставлю на вас, вы сами посмотрите. Хорошо. И прошу вас проверить остальную продукцию тогда. Вот опять же, вот январь 18-го, 36 месяцев, вот здесь вот все. Хорошо. Как вам обращаться? Маргарита. Маргарита, спасибо вам за сотрудничество, всего вам хорошего, я пойду, наверное. Вам спасибо, потому что не доходят до этого руки, потому что товару много. Ну вот много. Я вам повторю, у вас там вот пересмотрите, слава пожалуйста. Слава Богу, что оно, скажем так, не навредит никому, да? Вот да, то, вот. Что сняли, да. Да. Все, всего хорошего, до свидания. До свидания, всего доброго. Ну что, друзья, вот вы и ознакомились с серией роликов из Бегемотика. Свое мнение о данном магазине вы можете оставить в комментарии, написать, насколько вам понравились продавцы, насколько вы оцениваете качество обслуживания в данном магазине. Как вы считаете, просрочка на несколько лет – это норма для канцелярских магазинов? Нет, ребят, не норма. В другом магазине, канцелярском, я нашел просрочку аж с 2016 года. Все это вы увидите в следующих роликах. А пока небольшой перерыв для бегемота, так как я подаю на них в суд. И, возможно, вы увидите пятую серию из этого магазина, в которой я покажу, как я оставлял претензию, как мне давали ответ на нее, как я общался с руководством данного магазина Натальей. А также, как я судился с данным магазином. Все это вас ждет впереди. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео среди друзей. Всем удачи, всем пока!